Поехали. Лучший мой друг, участник телепроекта «Битва хоров», певец хора «Виктория» Анатолий Синин. Спасибо. Сегодня нас озвучивает, и сегодня вы услышите живой звук гитары, Сергей Павловский. Ну и неподражаемая ведущая Галина Заяц. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам ведущая праздников Галина Заяц. А самое главное, что я помню этих людей, люблю и уважаю. Знаете, как говорится, есть родственные души, так оно и есть. Я в них и нашла. Я отпил у взрослых жизни рано, а вот сейчас бы убежать, в детство убежать. Эти глаза напротив, они на стол обиды. Эти глаза напротив, ярче и все милее. Вспомни песню о самом главном, вспомни песню о самом важном, что не так тяжела дорога, если рядом мое плечо. Для вас играет музыка.